Что за шкандаль? Что за шкандаль? С носухой Люся ругается. Ой, Степик пришел. Степочка. Привет, пупсики. Ой, ты боже, идет, хвост трубой. Ну, сама. Остановитесь, может, уже. Все, стой, ты смотри снизу, сопровождающие. Ой, сейчас я схожу за... Давай, вначале надо ублажить эту мафию полосатую. Да, сейчас я приду. Бо они ж не дадут ничего. Куда вы, бебезьяны, вернитесь? Люсенька, иди сюда. Иди сюда, иди, девочка. Что тебе, брат не надоел еще? Так, мафиози, собираемся. Вы, хвостата полосатая, смотрите, так, смотрите, вам... пошли, пошли прям такие. Надо носухами делиться уже, раздавать всему зоопарку. Так, орехи, печенюхи. Я согласна. Так, Люся, давайте. Пора делиться, в командировку Ой. Отправляйте их. Раздадим носух Дане и Джонику. Давайте, да. Выбирайте, зрители. Кого отправим, Дане и Джонику? Вон сколько их, посмотрите, Степочка, сейчас Степочка, спускайся, спускайся сейчас. Давай. Степик арбузик ждет. Ты сбоку покидаем, чтобы не в одном месте они ели, им туда пойдут, сюда пойдут. Я знаешь, вот сюда это скину, вот. Все, уже ничего давай, не осталось. Давай, скидывай. Ой, чутка. Так, на. Все, туда. Ой, боже ты, крикуха. Кулек ей не дали. Ой. Боже, крикуха. Хотела кулек стащить. Все, давайте арбузы. Давайте. Вкусняще. Сейчас. Ото вам оно надо, угощение насушено. На тебе. Держите арбузы. Ох ты. Ай, ну и носухом перепадет. Вот самые умные сразу сюда. Степа. Люся уронила целиком. Хлюп такой вниз. Угу. Степик, давай, жуй. О, пришла, смотри, у него забирать. Люся. Наглость, второе счастье, а может и первое, да? Да что ж ты из рук прям выбираешь? Люся, ты что это творишь-то? На. Держи огрызочек теперь. Разломала, да? Разбросала, на. На. Сейчас еще дам целый. Семечек, видите ли, в арбузе нет. Чтоб я так жила. Придется. Не нравится нам арбуз, потому что там семечек нет. На. У меня Всё. Сын только без семечек арбузы и ест. Так, где у нас Степик делся-то? Вон на этом он сидит. Ой, ты боже, отвернулся и жует. Сейчас придет. Всё, Люся, я тебе смотри, не дам. Бросила вниз. Бросаешь. Пошла ты в баню, знаешь. Зажравшаяся ты девица, однако. Вкусовые рецепторы ублажила, понимаете ли, и хорош. Остальное все выбрасываем. Все. Обойдешься? А? Вон Степочка, смотри. Степик, на сухи. Совесть есть? Рыже-полосатое братство. Пошла, смотри, за Степой доедать. Но это кино. И выбросила. Она у него Люся, там тоже что выбросила. Происходит? Да, я же говорю, и выбросила. На, тебе, Люся, потом Степе дам побольше. На. Ой, Степа! Степа, остановись, на тебе побольше. Так. Уронит. Сейчас уронишь. Протаскивай. Ой. Степка, ну что ж ты выхватил? Смотри, еще ругается на меня. Люся, сейчас тебе дам. Все. Ест через решетку, выковыривает семки. Ой, ну цирк. О боже, Люсьена. Сейчас я подберу носухом мякоть. Аккуратно, тут сверху да. Селфи-палка. Ага. Так, держите. Степа, протаскивай. У Степы свой метод, видишь? Так, носушки, подружки. Протащил. Молодец. Протащил, все растерял, конечно. Ну, что осталось, и то хорошо. Боже, носухи ругаются. Фух, какой скандальный вольер. Одни скандалисты. Степик. Кушай на здоровье. И Люся вон наконец-то ест уже. Не бросает. Степик, ты куда? Бросил. Чего? Сейчас Люся заберет, Степа. Заберет. Идет. Вон, смотри, идет уже.
О, все, отжала. Пищалка. Так она причем вот это вот, знаешь, мне кажется, ей просто отжать надо. Степа, свое Степа. Не доела, там не доела. Ну и Степе тоже не очень-то и надо. Зажрались, а. Все. В следующий раз приедем без угощений. Вот посмотрим, да. А то вот это вот. Перебираем мы харчами. Да. Вон, братья благодатные. Ничего не да, они все подряд. И корочки, все подряд. Да. И семечки. Все уходит. Ох, сидит, смотри, Люся тут. Девица. Угу. Сидит девица. С арбузом в руках. Двумя лапками. О, куда держит. Пошла? На сухи запищали, надо у них отобрать. А там смотри, другая. А там две корочки просто. Смотри, Настя, а тут уже другая но... висит. На сухи ж они ж у них командная работа. Да, Люсьена? Так, Люся, срочно в командировку отправляй на сух. Некоторые в них просто нуждаются, да. Будет веселее. И Дане будет веселее. Ой, ну Джонни, конечно, не знаю, будет ли он рад. Ну, может и будет. Ну, трохи побесят его вначале, конечно. Да. Да, Люсенька? Вот они, обезьяньи повадки. Что-то тут рыбой пахнет. Не пахнет тебе рыбой? Не знаю, мы же кормили рыбой. Больше тут рыбе неоткуда взяться. Ну, да. Мы рыбу сегодня не привезли. Мы сегодня без рыбы. Степанька. Сидит сиротинушка. У него за щеками семечки арбузные. Он их разбирает. Ой, смотрите, пава с павленятами. Два павлененочка маленьких. Угу. Сейчас мы микро курочки какие-то совсем. Вон. Пава красивая такая. Вон, пиццовет. И пиццовет пошел. Пиццовет. Так они просто пава водила на осмотр в садик, примут или нет. Что, не приняли, да? Сказали рано, через год приходите. Мы с 9 месяцев не принимаем. Нет, в полтора, так... чтобы уже ложку сами держали. Сильно маленькие у тебя, да. В туалет, чтобы просились. Да. Ой, пава, рано-рано, педсовет ушел. Пан Степан. Что ты, мой дорогой? Что ты, мой дорогой, дорогой? Дорогой Степан. Дорогой. И ручку погадать же. Дорогой жеш, Степан. Погадать же ручку. Да. Что было, что будет. Теперь ох, тут и погадать-то некому. Далеко гадать, да? Скажи, тут не вижу все а линии. Там ноги были рядом, шнурки рядом, липучки рядом, а сейчас ничего нет. Грусть-то какая. Эх, скажи, да, Люсьена? Степан. Одна Люська тут со своей хиромантией. Да, да, да. Уберите свои ручки. Шаловливые. Руки свесила. Да. Там пальчики, он, будь здоров уже такие. Там раз-раз и телефона нет. Но. Что это был за звук? Мадам Волочкова, вы что там, в шпагате? И кает. Напилась, я пьяна. Не дойду. Я до дивана. Да, зайка, да. Наелась и кается. Люсенька, кто тебя вспоминает? Ай, кино. Кто тебя вспоминает добрым словом? А? Нашкодила сегодня? Мамка вспоминает? Да? Не злым тихим словом. Ну. Смотри, погнала, погнала, все. Она сухую корочку увела. Арбузную. Не, там давно не, уже не, увели. Она вон побежала. Бежала какая-то, рядом, да? Степанька, ой, Степа лезет. А Люся мстит, и мстя ее страшна, догоняет. Ну, вон. Потому что только одной. Вот сейчас она пробежит на сухо, вон она вон с корочкой. Вон на сухо с корочкой. Она, вот это она увела. Я поняла. А, ну, Люся вон идет, да, уже Люся просто. Там идет. Сейчас потому посмотрим. Что только одной на сухе позволено. Степан полез на дерево. Идет она к ней, смотри.
на сухое. На ее бежит, преследует. Бежит, текает, но Люся ее из виду не упускает. Смотри. Все, сейчас. Я скажи, сейчас тебя достану, да, Люся? Оп. На сухо, на пень. Слушай, сама икать начала. Так. Операция на сухо. Все? Уже не так уж и надо, да? Да она просто это такая морозится, знаешь. Не знаю, что там у нее за цели какие-то. Степан слез. Так подсела, присела. Так, на сухе. Поймала, поймала на сухо. Но не ту, мне кажется. Не видела я какую, честно говоря. Ну, без корочки. Мне отсюда жалко, не видно. Без корочки. Сухо, без корочки. Куда пошла? Пошли куда-то. Вон Степа там лазит по дереву. Степа, вылазь из-за ветки этой. За веткой. Все, Люся ушла тоже в сторону.